dvhub.ru. Улучшение городской среды, да, это дворы, дороги. Крупнейший проект – это безопасные дороги, которые мы реализовали в городе Хабаровске. В городе Хабаровске в этом году 57 километров дорог сдали. И это видно, что город преображается сегодня просто. На следующий год мы планируем удвоить количество километров по городу Хабаровскому. Столица Хабаровского края будет самая современная не просто в стройках, в домах, она будет и в дорогах самая современная. Где-то миллиард 800 мы планируем на следующий год денег вложить в Хабаровск по дорогам. dvhub.ru